Здорово, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня у нас обзор увлекательного таймкиллера под названием CrashZilla. Все, что от вас потребуется, это скоростное топтание препятствий. Время от времени уровни могут вращаться, сбивая вас с толку. А подбирая бонусы, вы сможете замедлять время, подрывать препятствия или подбирать кристаллы. В CrashZilla есть 6 вариантов игры, отличающихся стилем прохождения и количеством полос, на которых появляются танки, ракеты, корабли и так далее. Попадая по препятствиям, вы будете создавать музыкальную симфонию, поддерживающую общий темп игры. На первый взгляд, из-за геймплея и стилизации, CrashZilla может показаться детской. Но она, как это говорится, всем возрастам покорна. В каждом режиме игры есть по 3 сложности прохождения. Повысив сложность, скорость игры сильно возрастет, но на прохождение отводится гораздо больше времени. Играя, вам будут открываться новые достижения и возможность испытать удачу на барабане, повысив тем самым количество кристаллов, ведь именно они вам понадобятся, чтобы ставить невообразимые рекорды. А зарабатывая монеты, вы сможете открывать новые режимы игры и разблокировать сложности выше. Соревнуйтесь с друзьями на Фейсбуке, ставьте рекорды и открывайте новые достижения. CrashZilla отлично подойдет для тех, кому нужно весело скоротать время в дороге или на досуге.